Ну а это еще один рейтинг за сегодня, куда вошла Беларусь. 30 место из 144 по гендерному равенству. Такие данные приведены в докладе Всемирного экономического форума в Женеве. Наша страна оказалась между Испанией и Португалией. Россия на 75-й строчке. Ситуацию равноправия в мире авторы доклада оценивают с помощью разработанного индекса гендерного разрыва. Он учитывает положение, права и роль женщин и мужчин в различных сферах жизни. По версии ВФ, гендерное равенство в мире достигнуто в области образования и здравоохранения.